Награждение проводит друг нашего клуба, финалист шоу «Голос», мастер, кандидат мастера спорта по киокусинкай карате Витоль Петровский. Друзья, ну что ж, единогласным решением судей победил боец клуба «Ярополк» в красном углу. Наш флаг России под номером один, наш триколор, бело-синий-красный, игра опасна свеч, но стоит целой жизни, начало новой эры впереди, борьба за титул, удары за ударом. Веруем в душе, нам предстоит пройти.